Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 3 серии, небольшой ремонт пелена. Итак, левая сторона целая, капот меняется, лонжероны как бы на месте, крыло переднее меняется. Итак, разбираю. Итак, измеряю диагонали лонжеронов. Все одинаково, кроме верхних колок. Вот это будет основное повреждение. Его я сейчас и буду выправлять. На стенд не ставлю. В стену упираюсь. За косяк тяну. Ну что, полку крепления крыла я подровнял по высоте. Тоже одинаково стоят, как вы можете видеть. И теперь примеряю телевизор. Он чуть-чуть не подошел, я его, точнее не его, а верхние полки подкорректировал. И теперь у меня все подходит. Ну что, скручиваю все остальные части переда. Ну, скрутил практически всю морду. Все зазоры хорошие. Фар пока нету, потом будем ставить. Ну что, отдаю машину на покраску. Ну что, машина приехала с покраски. Собираю ее. Ну что, друзья, и этот ремонт BMW я закончил. Ну а на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!